И снова рост цен. Инфляция в Дагестане составила 0,7% из продуктов. Больше всего подорожало сливочное масло аж на 7,7%. Увеличилась также стоимость мяса, яиц и сахара. Среди непродовольственных товаров существенный рост наблюдался на бензин 12%, табачные изделия и строительные материалы. В группе услуг наибольший рост цен в январе отмечался на услуги ЖКХ, связи и образования.